технические особенности 205. Коробка крепится на монтажных пластинах. Само полотно толщиной 45 мм, но недостаточная толщина компенсирует надежностью конструкции. Конструктив полотна спец. Металл холоднокатанный на Валитовском или Магнитогорском металлургическом комбинате. Очень жесткий, надежный. Внутри, с внутренней стороны, обрабатывается клеем. Далее вспененный нашим производством пенополистирол с антигорючими добавками. Далее выдерживается под прессом порядка 20 минут, чтобы приобрести необходимую плотность 35 кг на кубометр. Для сравнения с упаковочным, который 8 кг на кубометр, используется в 4 раза плотнее пенополистирол. Далее наклеивается также на пенополистирол внутренняя панель. Все вместе составляет очень жесткий конструктив. Вот смотрите на излом. То есть дверь не двигается. То есть дверь эконом получается, а конструктив у нее достаточно мощный получается. И воздух да, внутри нет. Кроме того, смотрите, нажимаю. Все видели китайские двери, которые от пальца прогибаются и оставляют вмятины. Вот смотрите, насколько у нас жесткая дверь получается. Вообще идеально. Комплектуется российской фурнитурой рязанского производства ПРОСАМ. Отказов по работе практически нет. Закроем. Те сотни тысяч, которых я называл, единичные случаи в рамках там какой-то тысячной погрешности. А подскажите, пожалуйста, а панелька какого цвета внутри может быть? Ну, в стандарте у нас идет итальянский орех. Классический цвет. Классический цвет. Многим нравится. По запросу заказчика можем делать как в более темном цвете венге, так и в более светлом цвете беленый дуб. В комплект также входит две петли, глазок, ручки на фланке, цилиндр, противосъемные штыри. Штыри и дверка на ушах металлических, крепление через уши. Обратите внимание на точность геометрии. Несмотря на более чем скромную цену, выпускается на дорогостоящем оборудовании. Сварка узлов происходит роботами, и геометрия выдерживается идеально. Во-первых, сварка швов не подчищается ничего, идеально идет сразу. Обратите внимание на закрывание двери. Идеально. Как она легко входит в проеме. Требуется только ее выставить точно по уровню, в остальном дверь работает. И будет работать отлично по заявленному сроку эксплуатации.